На шаг ближе к новым сельскохозяйственным рекордам, которых не достичь без качественных семян. Их в лабораториях региона проверили уже около 300 тысяч тонн. Специалисты с помощью образцов определяют всхожесть, влажность, а также другие важные показатели. Они помогают аграриям прогнозировать урожай. Об особенностях семенных проверок, их финансировании и результатах расскажет моя коллега Дарья Пышмынцева. Аграрная, хлебная, плодородная. Так говорят о Североказахстанской области. Именно здесь выращивают четвертую часть республиканского каравая. В этот впечатляющий показатель вложен тяжелый, практически круглогодичный труд больше 5500 аграриев. Посеять, вырастить, продать. Чтобы все эти этапы прошли максимально гладко и результативно, нужны качественные семена. Хлеборобы трижды сдают их в специальные лаборатории для прохождения экспертизы качества. Температура 105 градусов у нас. Вот она набралась. Теперь будем высушивать рапс в течение 300 минут. После 5 часов в сушильном шкафу эксперт Анна Троцко сможет узнать влажность рапса. По ее словам, время и температура, при котором проводится это исследование, зависит от изучаемой культуры. До сушки и после нее образцы взвешиваются. Разница в несколько граммов покажет, в норме влажность семян или нет. Полный анализ, который проводится осенью, включает в себя около десятка различных исследований. На их проведение нужно больше недели. Весной же проверка идет быстрее и на меньшее число показателей. День за днем, зернышко за зернышком делает экспертов лаборатории, а после них и аграриев региона на шаг ближе к новым рекордам. Выполняем социально значимую программу по проверке семян. То есть сельхозформирование. Они должны всегда знать, что они посеют, что у них вырастет. Мы охватили на прошлый год всех сельхозтоваропроизводителей, проверили только осенник. По результатам исследования выдается удостоверение о кондиционности, срок которого ограничен. Он действует на протяжении 4 месяцев. После документ, подтверждающий качество семян, можно продлить. На проведение всех необходимых анализов аграриям региона в 2020-м выделили 135 миллионов тенге. В областном управлении сельского хозяйства говорят, этой суммы хватит почти для 6 тысяч сельхозтоваропроизводителей. Сельхозтоваропроизводитель при этом никаких затрат не несет, за исключением доставки там и сбора. В районные лаборатории, которые определяют экспертизу сортовых и посевных качеств посевного материала, на сегодняшний день также поступило 1000 тонн семян. Сегодня специалисты областных лабораторий проверили уже больше 300 тысяч тонн семян зерновых, зернобобовых и масличных культур. Дарья Пышмынцева, Рустам Тлеужанов, новости МТРК.